блядь, как тараканы, блядь, кишат. Туда-сюда, туда-сюда. С непривычки в городе некомфортно ехать. Отвык уже, получается, за год. За год отвык. Поэтому в городе, конечно, не совсем комфортно себя чувствую пока. Тем более, когда незнакомая дорога. То есть, вот, допустим, Кемерово, да, там я прошел вообще без проблем. А здесь вот по Омску я не так часто катался. Заориентируешься на навигатор, смотришь, какую полосу занимать заранее. Вот у Яндекс.Навигатора мне еще что нравится, что он именно перед перекрестком показывает, какая полоса куда. Ребята, смотрите вперед, чтобы вам не терять баллы за предвидение в городе. Просто смотрите вперед. И, допустим, вот я уже в этот светофор я вижу красный горит. Следующий светофор я вижу, он горит зеленый. Поэтому вот он уже заморгал. Уже тоже красный. Этот загорается зеленым. Но нет смысла здесь разгонять машину, потому что тот светофор горит красным. И какой смысл разгонять, потом там оттормаживаться? Я просто буду идти, вот, допустим, на той же пятой передаче, да, то есть потихоньку, пока тот светофор, вот уже получается первый перед нами, пока он не загорится зеленым. Соответственно, можно, получается, топить, потом там притормаживать. Шайтан обманывает, однако. Нельзя нам там направо. Здесь уже топим для того, чтобы успеть его пройти. И вот я уже отпустил газ, подразогнал и отпустил газ именно для того, чтобы, если вдруг он заморгал передо мной, чтобы у меня была возможность нажать на педаль тормоза и чтобы я не потерял баллы за предвидение.
да, допустим, видите, перестраиваться, перестраиваться. Смысл тут топить именно вот в этой ситуации, да, то есть не отпуская педали газа, то двигаться, потому что, ну, мало ли, понимаешь, что кто-то на кольцо заходит, кто-то может выскочить, еще что-то. Рабочая температура. Это вот сколько мы километров ехали по городу, чтобы у нас стала рабочая температура. 13 километров мы ехали, пока машина не достигла рабочей температуры. Вот красный горит, я просто качусь накатом. Первое положение горничка. Наш рейс за Урал, за Уральского тракта тронулись с Кургана, двигаемся. Сегодня у нас задача дойти до Миаса. Вот. Что хочу сказать, то есть я год почти не катался здесь по этому маршруту, да, то есть там дальше Новосибирска, грубо говоря, не катался. И то уже где-то с лета, с мая месяца, я вообще дальше Кемерово не ездил. Вот. Много, конечно, участков сделали. То есть Бердюшка как таковая уже не синоним плохой дороги. Юргу сделали. Курганскую область, то есть получается, где вот весовой контроль был после кольца. Все, весов нету в Кургане, весов нет в Юрге, то есть пост весового контроля. Вот, ну вот выехали на хороший участок. Вот по такой дороге, конечно, гораздо интереснее ехать. Что, двигаемся, стараемся до 83, то есть от 79, от 77, наверное, даже где-то, до 82 километров в час, 82-83 максимум. По прямым участкам стараюсь не превышать, не топить в полос. По поводу суточных хотел поговорить. Ощущаю, что цены поменялись, то есть вот за этот год разница питание в кафешках процентов на 20-30 в гору цены. Вот. И, соответственно, 600 рублей не хватает. То есть, с учетом того, что еще и стоянки, да, там вообще слезы получаются. То есть, если раньше, допустим, я завтракал где-то до 100 рублей, там либо яишенка, либо, допустим, какой-нибудь там сосиска в тесте с чаем, да, то есть тут уже по, как говорится, я каши не люблю, тут уже по настроению. Вот. Обед у меня, как правило, обычно был раньше в районе 260-280 рублей, то есть, ну, до 300. То есть я обычно брал салатик какой-нибудь, типа оливьешки, либо винегретика, и брал первое, либо борщ, либо вот щи, ну что-то такое, то есть как бы именно бульончика похлебачного. Вот, то есть два хлеба, черный чай обычно выходило в районе 260-280 рублей, там,
ну, плюс-минус. Где-то 240, где-то 300, то есть, ну, в среднем 260 рублей возьмем, допустим, да. Сейчас обед выходит уже в районе 330, 320, 360. То есть вот такие цены. То есть при том же меню ценник просто вырос. Ну и, соответственно, ужин. Раньше, как правило, ужин у меня был до 200 рублей. То есть ужин — это, в моем понимании, перед сном что-нибудь перекусить, сходить. Это либо макароны с гуляшом, либо там с поджаркой, либо с какой-нибудь котлеткой. Ну, что-то вот такое. То есть уже без салата, ну и чаек, да. Вот. Соответственно, у меня тоже обычно выходило там в районе, ну, либо пельмешки, допустим, вечерком порцию. Выходило в районе там тоже до 200 рублей. То есть 120, 140, 160, где-то вот такие цены. И вот, если, допустим, посчитать, раньше завтрак был 100 рублей, обед, допустим, 260, это уже 360 рублей, да? И, соответственно, ужин там до 200 рублей. Вот 560 рублей получалось. Это даже если, допустим, ну, суточных не считая, то только-только хватает. То есть тебе на душ нету, денег не остается. Это чисто питание, то есть только минималка, именно питание. Готовить я в машине никогда не готовлю. Максимум, что мог делать, когда водителем работал, это, ну, чайник подогреть, да, то есть скипятить чайку, заварить с утреца, либо там где-то настоишь на простое, там на выгрузке и так далее. Вот. Либо там, ну, доширак какой-нибудь заварить, там, или бутерброд с колбасой, с чаем сделать. То есть готовить я не любитель. Вот. Сейчас получается, по ценам получается, завтрак в районе 120-140 рублей. Обед в районе получается 350, ну, 330 даже возьмем, да. То есть 140 и 330 это уже почти 500 рублей. И, соответственно, в районе 200 рублей, 200-240 это уже ужин. То есть вот на данный момент получается, что минималка, вот сколько я трачу в день на питание, так как на этой машине у меня ни плиты, ничего нет, то есть мне даже чай вскипятить по сути не на чем. 700-750 рублей сейчас уходит только на питание. То есть полноценное питание в течение всего дня. Именно в кафе, да, чтобы не готовить в машине. Потому что компания, в принципе, тоже против, чтобы мы готовили в машине, да. То есть плитки у нас разрешены, ну, запрещены, но перевозить их можно там в рундуке. Поэтому если где-то, конечно, там экстренная ситуация или на длительном простое ты где-то стоишь, да, там что ни кафешек, ничего нет, в экстренной ситуации ты, конечно, там возьмешь и пойдешь приготовишь на плитке. Вот. Но летом, ладно, ты откинул, допустим, перо левое, да, там поставил, чтобы ветер не дул, и приготовил на улице, да, либо там на впереди на ступеньке, которая откидывается в бампере. Вот. Зимой минус 25, минус 30, ты, естественно, что не будешь на улице готовить, потому что ты даже чай вскипятить не сможешь, у тебя газ замерзнет. Поэтому, как бы, по факту, ну, приходится, да, именно в машине что-то там готовить, кипятить. Главное, конечно, парни, не оставляйте без присмотра ни плитки, ни баллон. То есть, когда у вас что-то включено, не вылазьте из кабины, потому что у вас кабина может качнуться и там что-нибудь упасть, да. Вот. И второй момент, когда даже вы приготовили, старайтесь баллон... Ну, не старайтесь, а всегда нужно из плитки баллон доставать. Потому что я лично сталкивался с ситуацией, когда поехали там на озера, ну, на своей машине, да, и у меня в багажнике стояла плитка, то есть в ящике в этом, китайская, походная. Турист, что ли, она там называется, я уже что-то не помню.
баллон, то есть там было все отщелкнуто, но баллон не вытащенный был. И сместился, и вот этот сосок, он начал надавливаться, и газ пошел наружу. Так почувствовали запах газа в легковой машине, потому что универсал, в общем, грубо говоря, да. То есть остановились по-быстренькому, все там достали быстрее, она что там внизу лежала глубоко. Достал, откинул. С тех времен я всегда вытаскиваю баллон, если я на плите не готовлю. То есть, если даже она у меня там, грубо говоря, я ее могу там и день не использовать, или 3 часа не использовать, да, я все равно баллон выдергиваю. Если я ее где-то вертикально ставлю, либо на попа, все, баллон уже выбрасываю, то есть вытаскиваю. Вот это как бы я уже за правило, так скажем, взял. Так вот, я думаю, что все вы слышали, ну, именно делковские, допустим, подписчики, да, что нам обещают в ближайшее время сделать стоянки. Быстрее бы уже, конечно, сделали, потому что вот этого обещанного уже ждем, по-моему, с того Нового года, или с апреля. Ну, то есть, где-то под Новый год говорили, что в районе апреля, то есть со второго квартала будет у нас дорожная сеть, либо что-то подобное. Вот у нас уже получается скоро Новый год, и до сих пор ничего нет. Сейчас, ребята, не отвлекаемся. Объедем это. Походу колеса в разные стороны передние. Его ж кидает. Если понимаете, что разгоняться не будете, а будете идти какой-то с определенной какой-то скоростью, лучше понизьте передачу, вот как я сейчас сделал, то есть он на 11 шел, уже там 1000 оборотов, 900, но тяжеловато ему, вы можете, по сути, все равно педаль газа же не передавливаете, лучше ему кинуть передачку вниз и двигаться в районе крутящего, максимального крутящего момента. Особенно на обкатке, парни, старайтесь пока до первых там 10-20 тысяч пробега, старайтесь ниже 1200 оборотов вообще ему не давать. То есть понижайте передачу, лучше у вас пусть будут обороты чуть повыше, расход чуть побольше, но вы мотор прикатаете нормально, и потом в будущем вам это все вернется, так скажем, да, то есть и приемистость будет у мотора, он более резвый будет. То есть на обкатке не затягиваем мотор на низких оборотах. Что-то вообще его швыряет жестко. Вот я не знаю, вам не видно, я вот вижу, получается, у него левое колесо переднее вот так стоит, не вот так, а вот так, походу у него колеса вот в таком формате, поэтому его, видите, на льду кидает.
Поэтому суточных быстрее бы сделали стоянку, и вообще, конечно, блин, было бы классно, было бы вообще вот на самом деле классно, если бы подняли суточные хотя бы до 700 рублей. То есть стоянки и суточные 700 рублей. Потому что, ну, по факту, у нас же уходит питание не только на... вернее, суточные уходят, то есть в рейсе, не только на питание, но у нас же боковые выгрузки, боковые загрузки, это же все, как бы, тебе нужны деньги, получается, на стирку, где-то ту же робу, допустим, постирать. У тебя уходят деньги на душ и так далее. Вот, поэтому, парни, комментируйте, что вы думаете по этому поводу, хватает ли вам денег, ну и вот, если, допустим, хватает, то скажите, по какому региону вы в основном работаете. То есть, если, допустим, на Западе вам хватает этих денег, да, то есть, если, допустим, вы катаетесь не по Западу, а по Востоку, ну, озвучьте. Сколько денег примерно в день вы тратите, то есть обед, сумма в среднем, да, там завтрак, обед и ужин, то есть не считая там сигарет, не считая какого-то там алкоголя, пива и так далее, да, то есть это уже, конечно, излишки, но как минимум, да, что вам нужно в дороге, это как минимум вода питьевая, питание, душ, стирка. То есть душ два раза в неделю, да, как правило, 150 рублей душ. Соответственно, стирка тоже, ну, хотя бы раз в неделю. То есть стирка, ну, я не знаю, у кого, конечно, сколько вещей, да, то есть, ну, один раз в месяц, это один раз в две недели, наверное, даже, это минимум, когда надо стираться, то есть. Потому что бельишко все равно накапливается, футболки, труселя, носки, это в первую очередь как бы меняется гораздо чаще. Ну, соответственно, какие-то салфетки, там, минералочка, то все. То есть вот, если есть возможность оставить комментарий, оставьте комментарий, сколько денег вы тратите в среднем, в сутки, да, там. И, соответственно, хватает ли вам 600 рублей суточных. То есть, может, все-таки руководство прислушается, да, может, посмотрит ваши комментарии, в том числе. И, соответственно, сделает какие-то выводы. Потому что, ну, вот, я когда, допустим, был на БСИ, в столовке, да, то есть, питание, ну, там цены, ну, вот, вообще отличные. Там пообедать можно на 140 рублей. Там выпечки еще набрать и так далее, да, но не везде такие цены, как на БСИ там или, допустим, в Сканя-центре, не везде такие цены, и мы там как бы крайне редко проезжаем. Естественно, что если я проезжаю мимо, допустим, Челны, Уфа, Казань, вот, ну, проезжал, я старался и постираться там за 50 рублей, и в душ сходить бесплатно всегда, то есть для сотрудников же бесплатный душ в Сканя-центрах, то есть в наших, в Альфа-Сканах. Вот. Ну и, соответственно, в столовку сходить, пообедать, там просто на 200-250 рублей можно первое, второе, третье, булочки, компот, чай, там еще и выпечки с собой взять. Вот. Но в реалии, вот на дорогах, таких цен уже давно нет. Поэтому если... руководство отталкивается от цен в кафетерии, которые на базе, то, конечно, это неправильно. То есть я сейчас примерно фиксирую для себя, то есть сколько я трачу, то есть насколько вообще я угораю по деньгам в этой командировке, по питанию, имею в виду, по суточным. Ладно, попозже включимся. То есть наша задача, получается, сейчас доехать до Челябинска и Обездной. То есть в Миасском заедем на Газпром
заправимся. Сколько нам там, литров 300, наверное, войдет. Смотрим, сколько мы от загрузки потратили. 200. Ну да, 300 литров. Даже 350 даже войдет. 65% показывает топливный бак, то есть в процентах. Тонна 100 у нас 2 бака, но 100 литров машина не учитывает вообще. Поэтому вот сейчас, на данный момент, нам войдет 350 литров. Больше не влезет. Соответственно, пока мы доедем до Миасского, до Газпрома, там уже посмотрим в приложении, сколько у нас остаток топлива. Ну и зальем, наверное, литров 350. Посмотрим, может, там, конечно, лимит какой-нибудь у нас стоит. Потому что интересно тоже, парни, в приложении изначально, когда я с Омска загрузился, у меня выгрузка была, получается, в самом Миасе. Во-первых, меня навигация ведет, уводит через Чебаркуль. Во-вторых, у меня стояла на карте заправка в самом Миасе где-то по маршруту. Я вот начал сомневаться вообще в принципе, да, блин, какого хрена в самом Миасе у меня заправка стоит. Ну, может, там она легковая какая-то, может, там подъезд плохой, может, еще что-то. Давай, 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 работай, работай, работай. Сегодня с Кургана, получается, выезжал и думаю, дай-ка посмотрю. Ну, короче, решил, что я, наверное, все-таки заправлюсь на Газпроме, который вот по пути, да, по маршруту, чтобы там потом не петлять. Все-таки вес у нас маленький, на седле тоже мало, впереди Урал. Погода вроде как бы говорит, что шепчет, да, но сам факт, лучше, чтобы на седле было побольше. И те же 200-300 литров топлива, они тебе хоть 100 килограмм, но дадут. На седло нагрузки. Вот сегодня захожу в приложение, у меня уже, получается, маршрут проложен, ну, также, то есть все то же самое не изменилось, но у меня заправка, то есть там нарисована канистра такая, она у меня, получается, сейчас стоит как раз Газпром Миасская, но стоит по левой руке. Ну, я думаю, конечно, это просто глюк. То есть я же не буду налево заруливать, да, моя задача заправиться именно по маршруту, по правой стороне. И цена там, скорее всего, одинаковая. Но сам факт, что, получается, в приложении заправку изменили. Либо там цена изменилась, либо еще что-то. Поэтому вот, если бы, допустим, я сегодня не посмотрел старался заправляться именно по маршруту, да, там, как положено по приложению, я бы туда, в Миас, приехал, а там не наша заправка, или там не согласованная, либо закрыта, то есть она уже не стоит в рекомендациях. Вот. Поэтому вы, если, допустим, проезжаете какую-то заправку, на которой вы хотите заправиться, лучше продублироваться, зайти в приложение и посмотреть. Возможно, там уже что-то изменилось. То есть я никуда не звонил, ничего никому не писал по поводу заправки, да, я просто принял решение, что, скорее всего, я буду заправляться именно здесь, на Газпроме, до Челябинска. Потому что там непонятки какие-то будут. Соответственно, захожу в приложение, у меня все изменено. Мысли мои читают. Вот. Ладно, что, пока как бы, пока не прощаемся, сегодня еще включусь немножко, да. Уже соскучился, конечно, по дороге, по молчанию, так скажем, да, потому что в течение года, как только я сажусь в машину, у меня рот, по сути, как бы практически не закрывается. То есть первый заезд мы общаемся, просто знакомимся с человеком, да, второй заезд я говорю постоянно, то есть у меня там, ну, паузы есть немножко, да, там ответ, вопрос, ну, диалог, чтобы немножко был. Но по факту я в основном даю информацию. То есть за 50 километров, пока я двигаюсь, я стараюсь дать большинство информации, показать, как я это делаю, и рассказать. То есть комментирую, да, что в какой момент я делаю и для чего. И, допустим, если даже у меня где-то он баллы рубит,
я, соответственно, стараюсь комментировать, по какой причине он мне, допустим, срубил балл здесь. Вот. Потому что я тоже как бы не робот, я тоже делаю ошибки, где-то что-то не доглядел, где-то на телефон отвлекся, потому что звонки в любом случае продолжаются, то есть кто-то на ШВМ хочет записаться, кто-то пишет, там, мне уже пора выдавать, кто-то прошел месяц, он спрашивает: Дима, как у меня там результаты, как у меня дела, там, можешь ли скинуть таблицу и так далее. Ну, сейчас, парни, пока как бы извиняйте, ну, не могу. То есть, во-первых, ноутбук я, конечно, с собой взял, но интернета как такового нет. С телефона, получается, я по тарифу не могу подключать. То есть он там сколько-то, пару гигабайт дает, а потом пишет, что типа, да, там, нажмите какую-то волшебную кнопку, там вам добавится функция, чтобы вы могли раздавать интернет. То есть у меня такой тариф, что я, у меня безлимит по интернету, но раздавать я не могу. Вот, я что-то раньше об этом даже не заморачивался, и планшет, в свою очередь, с собой не взял. Забыл. То есть, поэтому и ролики пока не выходят. Вот, потому что мне монтировать негде. В телефоне памяти нет, чтобы хотя бы 10-20 минутный ролик смонтировать. Телефончик уже старый, надо уже новый покупать. Вот. Ну и, соответственно, пока все просто сохраняю на флешку, на носитель. И буду заниматься в отпуске уже. Перед Новым годом вам накидаю роликов.